Глава Коми принес соболезнования родным и близким рядового Александра Степановича Шкраблюка. Он погиб в ходе проведения специальной военной операции. Наш земляк родился в селе Стрижевка Винницкой области, проживал в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка. Служил в должности номера расчета. Как отметил Владимир Уйбах, боец доблестно сражался за родину, пал смертью храбрых, до конца выполнив свой воинский и гражданский долг.